Всем привет! Сегодня мы находимся в очень интересном месте. Это заброшенный полицейский участок, который находится на территории порта. И он заброшен уже более 20 лет. Поэтому мы сейчас обязательно сходим и посмотрим, что от него осталось, в каком он состоянии, что здесь есть. Бумажку поставим на место. Пойдем. Давай, мужчина, отсюда. Какой-то трэш. Ну, пройти, посмотреть. Я дальше, ну, палец. Или там еще интересно? Нет, там еще дальше какие-то помещения, я вижу, что-то нет. О, кто-то свои окуляры оставил. Какой-то следователь или милиционер. О. Заберите, о, телефон. Смотри, какой вообще. Прикинь, он еще сломанный был, заклеенный в полицейском-то участке. Так, о. Прикинь, самодельная. Угу. Реально самодельная. Офигеть. Сколько? 1.70 м. Даже 75 нет. Ну, это еще и вместе с обувью причем. Пойдем посмотрим. Короче, метр с кепкой. Такие лампы тоже, эти люстры. Старые-старые, советского образца еще, реально. Да, все уже. Возле окна сразу туда зайти. О! Я не понял, а куда это помещение идет? Там еще столько что оттуда идем. Какая-то комната для допросов или еще что-то. А, вход вообще где-то в другой стороне. А знаешь, что это, кстати, может быть? С этой стороны, например, стоял ты, а с той, которые опознавать приходили. А, ну может быть. То есть такой вариант, я помню, такие были варианты. То есть не обязательно это эта комната, но в принципе может быть. Осыпается с годами, он уже. Ну все, да, уже сгнило. Короче, восстановление вряд ли подлежит. О! Это, знаете, на табличке делали раньше. Да, я помню. Да. А, это из-под пленки. А, я подумал, тесты какие-то. Что здесь еще есть? Ой, там. Какой-то мусор. Пустые, да. Заявление будешь писать? Вон ручка, бумага. Ай, пасты нету, я бы автограф оставил. Написал бы заявление. Товарищ милиционер. О. Решетка. Угу. А, вот это получается. Да, вот. Нет, это карцер какой-то, мне больше кажется, наверное. Думаешь, с таким окошком? Не знаю, но... Друзья, если тут кто-то бывал, короче, ну... А, короче, пистолет надо почистить сразу после использования. А, это выдача эти самые. Так отсюда, короче, выдавали эти... Да, ну теперь понятно, да, раз тут об этом написано, что здесь оружие не хранилось либо здесь, либо там. Ну, раз здесь эта бумажка, значит, отсюда они выдавали туда его. Получается, в принципе, так. Повыламывали тут все конкретно. Ну да. Что тут интересно было? Да. Ну, туалет не интересно, туалет и ну, туалет. Во! Во, смотри! Камеры, вот это уже камеры, прикинь. Какие они маленькие, слышишь? Ну, вообще... Обезьянник, стакан. Она вообще малюсенькая. То есть это меньше даже, чем на этом, на Ливалая в зале суда. Костик, о, нет, не из 2000-го года, он 02 год. Ну, в начале 2000-х, я помню. Да, 2002. Я помню, 2002. Мы были мелкими и жили здесь недалеко на Усадома. Мы на одной базе там хулиганили, некоторых из нас поймали и привели в этот участок, но у меня нет, не поймали. Поэтому, то есть в начале 2000-х, да, он еще действовал. Может, до 2002-го, до 2005-го плюс-минус. И... Хоп. Блин, здесь моим ростом, слушай, я даже посмотреть не смог бы, что там происходило. Какие? Какого полицейского тут такой дядя? Опа! Глазок. Наверное, точно такая же, раз рядом стоит. Давай, заходи, чек. Располагайся. Просто шаг туда, шаг назад. Ну, это еще довольно-таки, ну... Да?
два. То есть два коротких шага. Довольно-таки. О, это что? О, нифига, тут какой глазок. Да-да-да. Ой, дверь тут намного массивнее. А, вот стакан. А, вот это стакан, типа. То есть тут ни шага не сделаешь. Вот так вот, знаешь, лечь можно коленки подперев, тут очень грязно, не буду показывать, так? То есть вот, посмотрите. Просто вообще такая жизнь, он еще железный. Да, и масштабы, посмотрите, насколько маленький. Труба холодная. А, она полностью железная. Да, да. Я и подумал, что дверь такая массивная. Ась, еще какое-то. Еще какое-то камера. Странно, на всех камерах разная дверь. Да, и все сам. И камеры разные, то есть две одинаковые. А, ну, тоже... Ну вот это уже побольше такая. Да, 2001 год, Юля Маша. 2002. Астангу. Данил 2001. Ой. Потолок, посмотри, какой просто все, штукатурка уже вся осыпалась. Ну да. Ну интересно. О, такой ночник. Интересно, это все камеры или тут еще где-нибудь? Не знаю, слушай. Пойдем посмотрим. Видишь? Вообще, то есть я на самом деле очень доволен, потому что я очень много лет знал о его существовании, знал, что он заброшен, но как-то все забывал о нем. То есть я жил в этом районе, и мы часто здесь выпивали даже в этом районе. Термоконтроль какой-то. А что там такое внутри? Да. Душевая. Душевая, ничего себе, даже душевая была. Да, приколите. Ребята, здесь мочевки даже были душевые. Может тут. Какого-нибудь санного привели, какого типа, иди побойся. Ну, походу, да. Ну это как вариант, я не говорю, что так и было. О, аптечка. У меня тут уже все. Раковина была, аптечка. Что это там? Туле охтлик митте йодов. Раз, ва, эмальдус, чего, а, чего, типа... Что это, переводи. Ну, от, типа, раз, ва, эмальдус, типа... Блин, я уже эстонский забыл. Ну, короче, обезжиривающий какой-то. Жгут, вот смотри, аптека. Жгут. Угу. Сиде, эти бинты. Клей, БФ-6. Йод. А уже ручкой потом написано валидол, еще там какие-то. То есть то, что здесь было в этой аптечке когда-то. Mm-hmm. Такая минимальная, тоже такая советская-советская реально аптечка. Mm-hmm. То есть прикинь, вообще классно. Реально классно. Так, откуда мы пришли? А, мы оттуда пришли. Тут туалет был, да. Вот зачем прям в коридоре стол установили? Ну, укладывали здесь что-нибудь. Крещ кого приводили, я не знаю. Да. О, это самое. Лампа инфовармера. Это инфокрасная, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, микробная, то есть. Я помню, была в КПЗ такая лампа, и когда привели туда этого какого тубика, ему перед камерой поставили. А тут уже наверх. Мы первый не весь обошли, и тут уже наверх. Ну, пойдем. Пойдем обратно? Да, поглядим все, и потом наверх пойдем. А что мы на первом не обошли, кстати? Может, обошли, все, ну. Не, там мы зашли и тут, да. Ну, если... по идее, да, все. Ну, ладно, зайдем с той стороны, наверх уже. Да-да-да, я там вступил. А, это балакон, да. Да, я сам вступил. Ну, ничего. Вообще какая-то комната. Электрощит, видишь, тут. Ну, закрыт? Ключи есть, но даже мы будем пробовать. Это нежелательно, вот. Ну, да. Ключи. То есть так-то открыть можно было посмотреть, но... Закрыто и закрыто, как говорится. Так, если это, если сейчас новых камер не будет, это всего 4 камеры, получается, что он такой. Сразу наверх пойдем? Да, да, да. Больше как кабинетов получается тогда. Ой, вот тут вообще уже беда. Совсем уже... беда, друзья, просто смотрите, уже все. Тут уже время берет свое. Конкретно причем. Не, восстанавливаться 100% не будут. Просто здесь земля очень дорогая. У кого-то лакомый кусочек. Техниленный рум. Техническое помещение. Такие, короче, надо. Да, обрисовали. Это очень пропаганда. Там что? Все уже вклеено, короче, капот. О, прикинь, окно открыто. Ну, а что? Нет, одно. Да, тут уже... Не могу понять, что здесь выламывали. В этих углах. Что там было? А, ну может быть, да, что-то было. Что-то Мара говорил. В принципе,
стандартный такой же. Даже это кабинет, скорее всего. Ну да, я говорю, что... Да, и сидели, еще кто-то. Не, уже все, от времени просто... Зас... Как это? Короче, не открывается уже. Ну, еще тоже осталось. Ну да. Что осталось? И самое интересное, что мы искали информацию, в интернете никакой информации об этом месте нет, то есть... Мы искали, набирали полицейский участок и так далее, и так далее. И просто по адресу нет информации. И многие, с кем я разговариваю, многие просто не знают о том, что здесь был участок. Мы можем, по-моему, отсюда спуститься. Ну, давайте. На следующий. Подожди, что там на бумажке? А, непонятно, дом такой. Мне кажется, тут либо решетки были, короче, либо что, непонятно. Может, друзья, кто-то здесь из вас бывал в этом полицейском участке? Или даже кто-то работал? У меня нет номера товарища, ну, который здесь точно был. Таких наклеек уже не... Уже так, значок у них даже, по-моему, уже поменялся, да. Если не ошибаюсь. Прикольните, насколько он старый. Ой. Типа, перед входом постучи. Я на месте, кто-то написал этим, как его, фломастером. Он на месте. Да, тут вообще, короче. Я на камни постучи. Так, это закрыт? Какая-то реклама. Господи, это все нормально. Угу. Тут, я так понимаю, тусуется на Олег. Вот тут кабинет такой был. А, не, на, скорее всего, это со всей территории собрались. Тут да. Да, и уже полазили, тут порисовали, поломали. Тут может, состояние... Может, передать привет, если хочешь. Состояние уже такое, да, а что им передавать привет? Ты не думаешь? Я не знаю, что я не думаю, я им уже... Парни, то, что вы приходите, воруете, ломаете, вы... Да, вот после вас... Потом начинается проблема, что никого не привезти, никуда не попасть даже официально. Ну ладно, пошли, это электроника. Ну, мне прикольно, что значки еще с СССР. Что он настолько старый. Что еще такая древность. Офигеть. Интересно тогда, сколько самому этому зданию лет? И был ли тут всегда участок или что-то было еще? Уже полы проваливаются, осторожно. Плавают аж прямо. Ну тоже так уже, однообразно кабинеты, скорее всего. То есть получается всего 4 камеры? Да, ну такой небольшой такой полицейский участок. Ну вот кого-то как это? Кого-то дальше распределяли по другим участкам. Относительно небольшой, все-таки 3 этажа, все-таки это как бы тут работников было, получается, много. О, чип открадули. Они на месте, можете прийти забрать. All Stars, кстати, Converse. Радиаторы поснимали, поставили в ряд. Может быть, собирались забирать. Просто такая атмосфера, все загнило, все отваливается, разваливается. Ой, наверх ушли. Ух ты. Смотри-ка, здесь тут уже. Да, сейчас. Техническая комната. А, ну тут сервер, наверное, искали все. Ну да. Судя по наличию проводов. Просто такая паутина. Да это еще не такая большая, я видел больше. Ну да, но вообще паутина просто. Вот это прикольное место вот здесь уже. Что это такое? Андерсон, ничего-то там. 2005 год. А? Ну это... А, нет, это не газета 5, это какая-то статья. О, прикинь, карниз висел. Да. Вот хоп, и тут занавесочка. Вообще как-то уютненько. Ну тут опять же... Различные рисунки, что мы не приветствуем. Пришли, посмотрели, сделали видео, ну и оставьте все как было, блин, ну зачем же? Воу, тут атмосферно было, вот такой вид в окно, прикинь, вот и кабинет был. Ты сидишь просто... Кондей стоял даже. Вообще, вот этот классный. Кабинет начальника, наверное, был. Наверное, с таким-то видом, вот
просто сидишь у тебя на, как его, на город такой достаточно аутентичное место. Mm-hmm. Классно, классно, да, классно. Что это такое? Не знаю. Какой-то выключатель. Тоже что-то за кабинет был. Ну, да, просто тоже кабинетики. Пошли. Вот тут тоже просто смотри, просто. Угу. Все наблюдали, короче, за движением в парку. С таким видом просто у тебя... Ты просто сидишь себе в кабинете, и тебе такой классный вид. Ты просто смотришь все, что происходит вокруг. Правда, на тот момент... Да, на тот момент, наверное, магазинов не было, да и та территория была немножко по-другому. Но все равно классное место, реально, я доволен. Угу. Я все-таки поставлю галочку, что я как бы посетил это место. Бомба. Ага. Тут был. Вот они, своих теги пооставляли, походу. Да. Героев надо знать. Да, вчера... Поступил сообщение о подозрительном пакете около Макдональдса на улице Веру. Прибывшие на место саперы аккуратно вскрыли пакет и обнаружили в нем пару джинсов, не знаю, как это переводится. Racer Worldwide. Полиция отказалась давать комментарии. Странно. А до чего стояла? Да-да. По идее это все получается. А еще этаж ли это все? По-моему все. Ну, пройдем посмотрим. Я думаю, пропустили один этаж. Там мы были. Ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, все, но все равно пойти. Да, мы отсюда заходили, но... Сейчас, давай все-таки я возьму ключик, аккуратно откроем, если он подойдет, и закроем за собой. Правда, тут их много. Может быть, это долгий процесс. Да, не будем все ключи не проверять. Закрыто и закрыто. Такие... Интересно, такой стул, какой-то удобный был на колесиках. Козырная. Почему ты его отдачила, старая-старая? Ну, такое, как бы оно уже современное, но старое. Да. Да. Здесь какой-нибудь дежурный сидел, который... Какой-нибудь, я рисоподавал дежурный. Да. Иди на место дежурного. Будешь принимать мне заявление. Давай. Давай. Оружие все сдали? Или вы клиент, пациент? Я хочу написать заявление. Пожалуйста. Я не умею писать, пишите сами. В смысле? Мы не принимаем в лучшей форме. Сейчас я позвоню начальнику. Алло, тут пришли принять заявление. Куда послать? Понял. Вам было отказано. В чем? В вашей просьбе. Как это? Я же правильно пришел по адресу, в полицейский участок. Правильно. Все правильно. Только в качестве кого вы пришли? Кому вы пришли? Я хочу написать, что я возмущен, почему полицейский участок заброшен. В смысле, к вам это какого отношения имеет? Вы кто такой? А вы кто? Вы вообще как сюда попали, что вы здесь делаете? Как я сюда Судя попал? Судя по всему, вы точно не это самое. Судя по всему, какое-то хулиганье сняло замок и куда-то его дело. Что тоже крайне не приветствуется. Это, кстати, другой участок. Да. Это Рахумяя. Да. Я только сейчас понял, что... Да-да-да. Смотрю, да, это не то, что... Тачка еще совсем старая на фотке. Сейчас уже таких нету. То есть вот такое вот место прикольное. Несмотря на то, что состояние уже вот такое подушатанное, это тоже дает такую свою атмосферу. И я говорю, что я все-таки поставлю галочку, что я здесь был, потому что я жил в этом районе. Мы очень часто здесь гуляли, очень часто здесь тусовались. Я знал, что здесь был участок, несмотря на то, что не знаю, когда он все-таки его закрыли, с какого времени он не действует. А вам прошу оставить ваши комментарии, как вам, понравилось это видео или нет. Хотели бы больше видео? На этом все. Пока!